супер заброшенный. Эй, ё-моё! Эй! Сәлем, достар! Біз қазір құлақ тесу жібердіміз. Қорқынышты болды, кажется. Мына жерде Ай. Ай. О, сәлем. Мына жерде Дарк. Дарк. О. Мына жерде МБ. МБ. Би. Мына жерде Рей. Нейтрон. Бека. Менеджер. Бека менеджер. Бека изи. Бека, сіз құлақ тесесіз ба? Сау, ойланып кеттім, әлі қорқып кеттім. Анда атанам айтып алам, давай құлақ тесетін. Бұл кісінің құлағы тесілген. Қайттан тесіп жүр. Екінші рет. Құлақ тесіпен мен бұл айтпын. Бір заброшенный. Эй, ё-моё! Эй! Бізден бұл кеше не салдық? Новый тиктокқа. Да, тиктокқа. Бірінші видеомыз салдық. Рахмет қолдауларыңызды да. Соң біз қа ойланып көрдік та, мынандай идея, короче, қалай? Ұнаса түсіреміз, ұнамаса сіз айтасыздар, түсірмейміз, короче. Типа вокалист жазылады да, ол сені тұрады. Апчу! Шүкірген кезде. И сен битмар тұрады да. Апчу! Апчу! Сау бол деймісің. Мен сені менсінемін ше. Вот он. Адам. Я пробовал отрохать. Я придумал. Можно, короче, вот так типа взять. А Адам дар куб жирвода толпа. Сон, а раз не уйти от остановить, уйти от остановить, уйти от остановить. И как ты чувствуешь себя на самом деле, ты говоришь, как ты на мяч не лодок, ты не только форсаж заходи. Қалай айтсам да, ішіміздегі ауылдың баласы шығып кете береді арасында. Дың-д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 ың-
Адам бист. Неге біліп қойасың? Түшіп барам дейді. Рэпер ғой, бәрі біледі. А, түшіп баран орысшасын білесің бе? Это DNA News. Точнее, DNA Мистика брали. Нас ведут к какому-то заброшенному дому. Нам сказали, что Мухита там держит заложников. Оперативная группа вот подготавливается впереди. Потом есть вот так. То есть вот большой шарм есть, средний и маленький вообще. Спирт, перекись нельзя. Готово. Спасибо. Чё, как? Форхот, ощущения? Масса, а не, там долго кнуть и все свои. Так, когда что, классику ставим? Штанга, шарик. Наверное, да. Ну, в принципе, для заживления это самый раз. Потом есть титановая, есть медицинская сталь. На металл аллергии никакой нет. Четко вот не встанем. Так, единственное. Одна мочка, да, получается? Одна мочка и два. Ого, шайба. Ханэ. Потому что первое вот это да будет. И нас тут. Ладно, хорошо. Как картонка. Придется хрящ. Пока только рисует, не переживает. А ладно ты. Комары то сильно купил. Че, все что? Да. А, ой, норм. Я говорю, нам чуть-чуть будет неприятно, когда само украшение вставляется. Вот здесь самое неприятное, с левой стороны. Потерпи еще. Все. Все? Дальше шарики закрутим и все. Терпи уже? Да, не больно. Да, больше боишься. Боишься, да. Самое страшное, это когда вот смотрит на инструмент. Ну, конечно, все страшно.
подумать даже не могу. Я же говорю, когда остался самым страшным. Да. Спасибо. Все как? Он. Нормально? А вот Валерон, он сейчас второй. Я это сейчас не чувствую. Ну, да. Красавчик. Өмірі бұндайға дейін барам деп ойламаппын. Өмір соңында қайтып келеміз. Өте. Чёрный, серебре, даже на втором получается. Шайбы. Не страшно. Мышки вообще не больно. Да? Наши два зарплаты. Ладно, да, еще не вот как клан горок, а царата, да, как клан сехт. Да. Сөзіңіз қуансыңдар.
Ha ha ha!